Кроме обязательных фарз молитв, существуют также желательные сунна-молитвы, за чтение которых обещано дополнительное вознаграждение. Это и есть полноценный намаз. Этот уровень намаза включает в себя желательные действия, а также молитвы, которые желательно читать при совершении омовения, намазе, а также после намаза. Порядок совершения омовения, включая желательные действия и молитвы. Омовение начинается с мытья кистей рук. При мытье рук рекомендуется произнести при первом мытье: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим». А затем: «Я намереваюсь выполнить желательные действия омовения ради Аллаха». Во втором: «Шахаду». «Ашхаду алла илляха илля Аллах». وأشهد أن محمد رسول الله. И в третьем: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا. الحمد لله على الإسلام ونعمته. Затем почистить зубы сиваком и при этом сказать: اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. Далее рекомендуется прополоскать рот и нос три раза, поднося воду правой рукой. Вначале воду берут в рот, а затем оставшуюся часть в нос. Желательно высморкаться левой рукой, повторить все это три раза. При полоскании рта желательно сказать: а при полоскании носа: Аллахумма арихни раихаталь джаннах, Аллахумма инни асалукаль афва валь афията фид-дарайн. Далее надо помыть лицо, включая волосы на лице, желательно три раза. При первом прикосновении к лицу обязательно надо сделать намерение сердцем. Намерение делается так: я намереваюсь выполнить обязательное омовение. При втором мытье лица желательно произнести шахаду: ашхаду алла илляха илля Аллах. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. И при третьем сказать: اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَوْلِيَائِكَ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِي بِظُلُمَاتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ أَعْدَائِكَ. Затем моют правую руку от кончиков пальцев и до локтя, но желательно до плеча и три раза. Надо также помыть между пальцами, желательно разделить их пальцами другой руки. При первом мытье желательно произнести шахаду: ашхаду алла илляха илля Аллах. Ва ашхаду анна Мухаммадан Расулу Аллах. При втором сказать: Аллахумма а'тини китаби биямини ва хасибни хисабан ясира. А при третьем произнести астагфируллах три раза: астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Точно так же моют и левую руку. При первом мытье желательно произнести шахаду: ашхаду алла илляха илля Аллах. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. При втором сказать: اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. А при третьем произнести «Астагфируллах» три раза: «Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах». Затем надо протереть голову влажными руками. Желательно протереть всю голову три раза обеими руками одновременно и каждый раз новой водой. При первом мытье желательно произнести шахаду: ашхаду алла илляха илля Аллах.
وأشهد أن محمد رسول الله. Во второй говорим: اللهم حرم شعري وبشري على النار. А в третий трижды повторяем: أستغفر الله. أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله. Далее протирает уши влажными руками три раза, и каждый раз новой водой. Сначала изнутри указательным пальцем, а затем большим пальцем снаружи. При первом мытье говорим один раз шахаду. Ашхаду алла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. При втором: Аллахумма джальни мин аллазина йастамиуна аль-каула файаттабиуна ахсанаха. А при третьем три раза астагфируллах. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. После этого нужно помыть обе ноги, включая щиколотки, не пропуская ни малейшего участка ноги. Но желательно помыть их немного выше обязательного, начиная с правой ноги и по три раза. Пальцы ног также желательно разделить и мизинцем левой руки промыть между ними, справа налево. При первом мытье произносим один раз шахаду. Ашхаду алла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. При втором говорим: Аллахумма саббит кадамайя аля ссурати яума тазиллу фихи л-акдам. А при третьем три раза астагфируллах. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Ашхаду алла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. При втором говорим: Аллахумма саббит кадамайя аля ссурати яума тазиллу фихи л-акдам. А при третьем три раза астагфируллах. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. После омовения желательно выпить немного оставшейся воды и побрызгать ее на брюки. Три раз прочитать дуа, подняв руки перед собой и направив взгляд в небо. Ашхаду алла илляха илляллаху вахдаху ла шарика лах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Аллахумма джальни мин ат-таввабина, ва джальни мин аль-мутатахирина, ва джальни мин ибадика ас-салихин. Субханака Аллахумма ва бихамдика, ашхаду алла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Далее суру Аль-Кадр три раза. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Намаз фарз и сунна действия и молитвы. Встав на молитвенный коврик и повернувшись в сторону Кыблы, желательно использовать сивак. Произнести: Аминту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи валь йаумил ахири ва бил кадри хайрихи ва шаррихи мин Аллахи тааля. Прочитать суру Ан-Нас. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул аузу би раббин нас, маликин нас, илахин нас. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Покаяться
И желательно ровно поставить ступни пальцами в сторону кыблы так, чтобы расстояние между ступнями было в 1-5. Взгляд желательно направить на то место, которого коснется лоб при земном поклоне. При произнесении вступительного такбира желательно поднять руки. При этом большие пальцы рук желательно расположить на уровне мочек ушей, пальцы согнуть и направить в сторону кыблы. При всем этом необходимо стоять ровно и произнести намерение языком перед произнесением вступительного такбира. А при вступительном такбире надо обязательно сделать намерение сердцем. Аллаху акбар. Сложив руки между грудью и пупком так, чтобы указательные и средние пальцы правой руки находились на запястье левой, а остальные пальцы правой руки обхватили запястье. Большой палец сверху, а безымянный и мизинец снизу. После вступительного такбира желательно сказать: Аллаху акбар кабиран, вальхамду лиллахи касиран, ва субханаллахи букратан ва асила. И далее прочитать дуа аль-ифтитах. Ваджахту ваджхия лиллази фатарас самавати валь арда ханифан муслиман, ва ма ана миналь мушрикин. Инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Ла шарика лаху ва бидзалика умирту ва ана миналь муслимин. Далее читает суру Аль-Фатиха. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Амин, Раббаль Аламин. После Фатихи желательно прочитать какую-нибудь суру или аят из Корана. Бисмиллахир рахманир рахим. Куль хуваллаху ахад. Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад. Затем молящийся переходит к поясному поклону, подняв руки, как и при вступлении в намаз, и произнеся такбир. Аллаху акбар. При поясном поклоне желательно спину и голову держать ровно, ладони положить на коленные чашечки и взгляд направить на пол между ступнями. Задержавшись в этом положении, желательно трижды произнести: Субхана Раббия аль-Азими ва бихамди. Субхана Раббия аль-Азими ва бихамди. Субхана Раббия аль-Азими ва бихамди. Затем выпрямляется и при этом говорит: Самиа Аллаху лиман хамида. При этом желательно поднять руки так же, как и при вступлении в намаз. Здесь тоже надо задержаться на пару секунд и желательно произнести: Раббана лакаль хамд, миль ас-самавати ва миль аль-ард, ва миль ама шиита мин шайин баад. Далее переходим к земному поклону. Аллаху акбар. При этом желательно коснуться пола сначала коленями, затем ладонями, далее ничем не прикрытым лбом, также носом.
В таком положении необходимо задержаться на пару секунд. И в этом положении желательно три раза произнести. Субхана Раббия аль-А'ла ва бихамдих. Субхана Раббия аль-А'ла ва бихамдих. Субхана Раббия аль-А'ла ва бихамдих. После этого молящийся садится на колени и задерживается на несколько секунд. Желательно сесть на левую ногу. Правая нога опирается на нижнюю сторону пальцев. Руки следует положить на колени пальцами в сторону киблы, прижав их друг к другу. При этом желательно, чтобы кончики пальцев были наравне с краем колен. Сидя в таком положении, произносят: Rabbi ighfir li wa arhamni wajburni wa rafa'ni warzuqni wahdini wa'afini. И снова совершает земной поклон. Аллаху акбар. И говорит три раза. Субхана раббиял а'ла ва бихамдих. Субхана раббиял а'ла ва бихамдих. Субхана раббиял а'ла ва бихамдих. Принятием исходного положения стоя завершается первый ракаат. Аллаху акбар. И молящийся вступает во второй. Второй ракаат совершается так же, как и первый, до второго земного поклона включительно. Читает суру Аль-Фатиха. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. Затем переходит к поясному поклону الله أكبر и читает سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. Затем выпрямляется и при этом говорит سمع الله لمن حمده. Здесь тоже надо задержаться на пару секунд и желательно произнести ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Далее совершает земной поклон Аллаху акбар и произносит Субхана раббиял а'ла ва бихамдих. Субхана раббиял а'ла ва бихамдих. Субхана раббиял а'ла ва бихамдих. Аллаху акбар. Потом садится на колени и произносит Рабби гфир ли ва рахамни ва джбурни ва рафа'ни ва разукни ва хдини ва афини. И снова совершает земной поклон Аллаху акбар и говорит Субхана раббиял а'ла ва бихамдих. Субхана раббиял а'ла ва бихамдих. Субхана раббиял а'ла ва бихамдих. И после этого действия во втором ракате молящийся садится на колени Аллаху акбар и читает ат-тахийят. При чтении последнего ат-тахийята желательно сидеть так, чтобы ягодица касалась пола. Левая нога выходила из-под правой ноги, а правая нога опиралась на пальцы. Руки желательно положить на край колен. При этом пальцы правой руки сжаты, кроме указательного и большого. Указательный палец желательно направить в сторону киблы, а большой палец подложить под указательный. Пальцы левой руки все направлены в сторону киблы. При произнесении слов «Илляллах» ат-тахият желательно приподнять указательный палец правой руки и немного согнутым держать до завершения чтения ат-тахията. Также желательно, когда поднимаем указательный палец, направить на него взгляд
и держать взгляд на пальцы до конца намаза. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. После التحيات желательно прочитать салават аль-Ибрахимия. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. А затем желательно прочитать дуа. Можно прочитать и это известное дуа. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. После этого молящийся дает два раза салам для выхода из намаза. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Поворачивая при этом голову вправо для первого салама и влево для второго. Поворачивать голову молящемуся следует так, чтобы человек, сидящий сзади, видел его щеку. После намаза желательно прочитать аскары и в конце дуа.